Это еще что такое? Всем привет! Вышла долгожданная игруха Remnant from the Ashes. Будем ее проходить. Итак, создаем персонажа. Телосложение. Можно за женщину, можно за мужика. Может пригодится. Так, голова. Выбираем голову. Так, прическа. Да, тут много всего можно выбрать. И борода. Так, поставим так. Цвет волос. Цвет глаз. Оттенки кожи. Оставляем шрамы. Как у Рэмбо прям были шрамы такие же. Интересно, что это? Может пригодится. Интересно, что это? Интересно, что это? Это еще что такое? О. Подтвердить. Открытая. Ранг таланта 0. Так, выбор персонажа. Так, настройки давайте заглянем. По-быстрому, что там у нас. Полный экран. Яркость. Качество теней. Ультра. Все на ультра ставим. Дальность обзора тоже ультра. Текстуры. Ультра. Все на максимум ставим. Так. Ограничение кадров в секунду. Так, так, так. По аудио. Так, убавим чуть-чуть. Так вот. Музыку тоже чуть-чуть убавим. И звуковые эффекты. Что, все сохранилось, да? Да. Все на ультрах, все. Ладно. Так, язык русский. Типа я включил русский. Все. Так, это вот это я не понимаю. Локально, это по сетке, типа только с друзьями. А, локально это интернет, наверное. Открытый. Совет, чтобы сменить оружие, нажмите X. Что делать, когда последняя надежда угасает? Это тебе предстоит узнать. Наша последняя надежда отправилась в путь по морю, пытаясь найти способ покончить с чудовищами, которые охотятся на нас уже много поколений. Способ был найден. Или так нам казалось, когда дракон взмыл в небеса, словно феникс. Охваченный пламенем агонии. Но наш герой так и не вернулся домой. В
Вместо него пришла буря. Чудовище и непреодолимый, сковывающий ужас. Тебя ждет трудный путь. Буря окутала драконью башню непроходимой завесой. Пускай сам дракон мертв, но, боюсь, из его пепла что-то пробудилось. Тебе придется бороться за каждый шаг. Доберись до башни, узнай, что стало с нашим воином. Сразись с тем, что ждет внутри. Чувствую, будет круто. Когда последняя надежда угасает, ее место занимает новое. И так будет всегда, пока мы дышим. Я выплыл. Перед тем, как присоединиться к игре, нужно сначала пройти обучение. Окей. Будем проходить обучение. Так, а кое-что еще мне надо в настройках посмотреть. Яркость надо как предупредить. Поярче. Что у нас есть в снаряжении? Куртка, поножи, авантюриста и клинок. Таланты, бодрость, стойкость. Окей. Настойка из красного щавеля. Расходуемые предметы оказывают временный эффект, их можно найти самостоятельно либо приобрести у торговца. Найденные расходуемые предметы сразу снаряжаются, если есть свободная ячейка. Чтобы использовать снаряжение, расходуемый предмет нажмите 1. Понял. Здоровье восстанавливать в течение 30 секунд, понятно. Мое здоровье, я так понял, вот справа полоска. Только какая? Ага, красная. Серая это выносливость. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Что там сверху такое? Оба-на. Так, одного завалил. Чтобы уклониться чего, по уклонению быстрым беге расходуется выносливость. Так, надо настроить тест. Управление. Мышка, выстрел, прицеливание. Смена оружия X, дополнительный режим стрельбы F, перезарядка R, левый Shift. Ой-ой-ой, зря я хильнулся, блин, ребята, ну ладно. Так, вот теперь у меня вопрос, как достать меч.
Опять смотрим настройки. Кувырок, присесть, ближний бой, выстрел, прицеливание, смена оружия X. А, мне, может быть, назначить надо будет. Да, выберите ячейку. Не понял, еще разок. Так, ладно. Ага, вот уклоняться, понял, на пробел. Это я все понял. Теперь еще бег, бой, ближний выстрел, прицельный опыт, смена оружия, дополнительный режим стрельбы, перезарядка. Понятно. Тоже понятно. А, нажимаешь, блин, вот затупил, блин. Просто нажимаешь левую кнопку мыши атаковать и все. Оба! Так, бежим дальше. Монстров здесь завалили. Ага, вон там он есть. Так, а в эту дверь можно зайти? Нет. Он бежит. Кажется, у меня проблема. Чё, всё? Так, типа мне помогли. Блин, я просто не думал, что я с мечом начну. А, я знал, что ты выживешь. Привет! Эй, тише, тише. Тебе сильно досталось. Ты же не хочешь снова угодить в неприятности? Блок 13. Здесь безопасно. Может, это единственное безопасное место. Я Уоллес. Я хотел увидеться с тобой и попросил командира. О, командир Форд и мистер Риглер нашли тебя снаружи и занесли внутрь. Но они сказали, что Марк не вернется. Он был... А, ладно, забудь. Командир сказала зайти к ней, когда проснешься. Ее комната дальше по коридору. Она подыщет тебе место. Как и всем нам. Увидимся. Так, новый дом. Поговорить с командиром Форд. Генри Форд. Надо с ним поговорить. Так, что это такое за книжка? Что-нибудь еще интересное есть тут? Тут больше ничего интересного нету. А вот здесь в ящиках тоже ничего. Ладно. Надо поговорить с Фордом.
Так-так, вы очнулись. Я думала, вам конец. Мы с Рейксом едва вытащили вас. Я командир Форд. Это моя база. А вы уж, простите, непрошенный гость. И я должна знать, кого я пускаю в блок 13. Мы уже с месяц не встречали ни одной живой души. Или вы рассказываете, что там делали, или отправляетесь к корню. В этой башне уже давно никто не бывал. Но туда не добраться в такую погоду. Дело в том, что блок отрезан. Втащив вас, мы были вынуждены завалить ворота. Корни повсюду. Но раз уж вы здесь, у меня есть идея. Вот что я вам скажу. Хотите уйти? Тогда сначала помогите нам. Для начала нам нужно электричество. Реактор отключен из-за бури. Восстановив его, мы сможем открыть другой выход отсюда. Реактор расположен в подвале на нижнем уровне. Туда ведет лестница. Это шанс отплатить нам и получить желаемое. О, легко не будет, уверяю. Так что будьте начеку. Один из наших уже погиб там, внизу. Похоже, корень подбирается к нам. Идите к Риксу. Спросите про свой клинок. Вряд ли вы справитесь с корнями без оружия. Сделайте это для нас. И я помогу вам выбраться. Так, найти реактор на нижнем уровне базы. Выходим отсюда, бежим. Новый дом. Так, по поводу меча. Увидимся. Каждый здесь потерял близкого человека. Я говорил Марку не ходить. Так мало добра. Он нужен брату. Говорят, корень подбирается к нам. Тут так темно, что мы их даже не заметим. Я за тобой слежу, так что не дури. Форд держит нас во тьме. В прямом и переносном смысле. Мне надо раздобыть меч, мое оружие. У меня его нету. Привет! Рад, что ты в норме. И добро пожаловать в блок 13. Я постарался тебя подлатать. Что ж, ты крепкий орешек. Я Риглер. Но все зовут меня просто Рикс. Твой меч, он пострадал в бою. С ним я уже ничего не смогу поделать. Когда мы тебя нашли, клинок был расколот. Просто груда металла. Кажется, Эйс говорила, что нашла в городе оружие. Может, она с тобой поделится? Говорят, она собиралась проверить реактор. Удачи тебе там. Без электричества мы в большой опасности. Еще и корни поблизости. Отлично. То есть я что, без оружия, что ли, буду? А, вон, наверное, к той девушке надо подойти. Не о чем говорить. Серьезно? Дайте мне какое-нибудь оружие-то, ребят. Чего тебе? Иди своей дорогой.
Найти реактор на нижнем уровне. Рад видеть новое лицо. Привет. Реактор за дверью и вниз по лестнице. Давай, держись там. Реактор за дверью и вниз по лестнице, да? Так понял, где-то здесь. Так, а вот здесь вот у нас что есть? Да, там что-то вон есть. Карточку надо, наверное, какую-то, а у меня ее нету. Понял. Что, я уже к реактору подхожу, получается? Одного предохранителя не хватает. Надо его найти, понятно. Предохранителя не хватает. Я так понимаю, вот этот вот надо искать предохранитель, что ли, блин? А у меня что там вообще в рюкзаке? Ничего нету. Черт, Лес, где же ты? Если все это просто глупая шутка, я... Я чуть... У меня аж душа в пятки ушла. Сюда редко кто заходит. Ты не из местных, да? Я Эйс. Эйс Катерил. А ты? Да? Что ж, ты у цели. Но эту рухлядь опасно включать. Так, знаешь, как включить реактор? Ну, эта штука будет чертовски шуметь. Это надо иметь в виду. К счастью, все, что требуется, нажать кнопку на терминале над нами. Я бы и сама могла, но кто знает, что за твари бродят вокруг. Но раз мы вдвоем, может, и справимся. Ладно, у меня есть план. Ты идешь наверх и врубаешь реактор. Я помогу, если кто нападет. Тебе, наверное, нужно оружие, да? Погоди, сейчас поищу. Оба-на, выберите класс. Утильщик. Эксперт по холодному оружию и бою на ближней дистанции. Мощный дробовик, надежный скорострельный пистолет и огромный кустарный молот помогают утильщику давать отпор врагу, если тот подходит слишком близко. Кроме того, утильщик владеет модификацией огненный выстрел, который наделяет боеприпасы силой огня, позволяя поджигать врагов. Круто. То есть будет дробовик, скорострельный пистолет, кустарный молот, да? Отступник. А что у него в вооружении? Двустволка, скорострельный пистолет, кустарный топорик. Аура воспаления, модификация, которая постепенно восстанавливает здоровье всех союзников. Круто. Охотничья винтовка будет. Скорострельный пистолет, кустарный меч. Интересно. Давайте вот за него, за утильщика. Прям хочу. Убираем вот его. Это нам поможет.
Пора запускать реактор. Хватит терять время. Дробовик. Кустарный молот. Круто. Пора запускать реактор. Хватит терять время. Так, установить мод. Так, как выбрать ячейку? Еще разок. Воу, воу, нифига себе молот. Так. Что я сделал, блин, я все... Ты запустишь реактор или нет? Чуваки, а где все оружие? Серьезно, я без оружия что ли буду? А где оружие-то? А. Понял, это я убрал в рюкзак, вытащил из него. Так, возьмем дробовик. О. Так, запустить реактор, да? Бежим. Так, она сказала, наверх надо. Над нами, вон он. Пульт управления реактором. Терминал 1. Пользователю выдано право администратора. Внимание, несанкционированное использование данного терминала. Запрещено. Обратитесь к рабочему протоколу. Выжить, да? Так. Офигеть, я молот взял, блин. Я другое оружие брал. Где, откуда вы? Что-то взял лом какой-то 16. Так, 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 где еще там? Вон чувачок. Оба-на, прям здесь у меня был, да? Yeah.
Что еще такое? Вау! Давай! Нихера себе, что тут происходит? Отбились, да? Готово! Еще и тебя спасла. Эй, не вешай нос. Мы живы, питание включено. Все не так плохо. Давай, поспеши к Форд. Заглядывай в мой магазин, ладно? Получишь скидку. Уверена, помощь тебе не помешает. Так, вернуться к командиру Форду. Тут что-то лежит, какие-то штучки. А командиру Форда это надо наверх идти. Хорошо, что здесь стало посветлее. Ты рискуешь многим ради тех, кого не знаешь. Ах, да. Ты же пытаешься попасть на тот островок, да? Когда слухов мало, они разносятся быстро. Послушай, мы не так давно знакомы, но я хочу помочь. Сама судьба ведет тебя, понимаешь? Ты наверняка спасешь наш мир. Так держать. Вот, пусть будет у тебя. Немногим удается сохранить доброту в таком мире. Драконье сердце. Говорят, эта безделица отгонит даже смерть. Хоть и ненадолго. Захочешь еще чего-нибудь прикупить для своих походов? Заходи. Ой, здесь свое место. Мы вдвоем продаем много ценного. Но этот камень тебе подарок. Береги его. И еще, Эллен, ну, то есть командир, знает про этот остров больше, чем говорит. А спроси-ка ее об основателе блока 13. Ха, рад видеть новое лицо. Драконье сердце восполняет потерянное здоровье. После нескольких применений предмет лишается целительной силы. Заряды драконьего сердца пополняются во время отдыха в контрольной точке, а также после гибели персонажа. Для использования нажмите Q. Понял, спасибо. Поговори с Эллен. Она наверняка захочет отблагодарить тебя. Отличная работа с реактором. Мы хорошая команда. Понял. Идем говорить с Эллен. Да? Я только не помню, в какой стороне она. Это Эллен. Да, она здесь. Вон там она, по-моему, была. Вот она. Рада, что вам удалось включить реактор. Вижу, Реджи дал вам драконье сердце. Он бы не расстался с таким мощным артефактом без веской причины. Думаю, его записи вам пригодятся. Что ж, Реджи хоть и простоват с виду, но редко ошибается в людях. Вы доказали, что вам можно доверять. Взамен я хочу помочь вам. Вряд ли вы долго протянете без помощи. Рикс и Маккейб внизу выдадут вам снаряжение. Ступайте. Затем зайдите ко мне.